Как вас зовут? Я Ник. Очень приятно. Это агенты. Мы из Санкт-Петербурга. Итак, я доктор Ник Мартин. И я старший преподаватель Департамента прикладных наук в Брунелле. Сегодня я вам быстренько покажу наши лаборатории и в целом здание. Большинство лекций и обучения проходят в другом здании. Здесь также проходят занятия, и у нас здесь в основном учебные лаборатории. Пойдем по лестнице? Да, мы все не против лестниц. Это учебная лаборатория. Иногда мы можем разделять ее на две. Там есть подвижная стена. Сейчас она открыта. Там второй курс. Я не знаю, что они сейчас делают, потому что я не знаком с программой их практических занятий. Обычно одновременно в двух лабораториях занимается 60-70 студентов. Это если использовать лабораторию в полной мере. Заходите, добро пожаловать. Итак, это стандартная исследовательская лаборатория. И здесь студенты выполняют проекты на третьем курсе. То есть студенты здесь занимаются. Это не просто техническая комната. Нет, занимаются. Это также учебная комната. Учебная и исследовательская. Хорошо. И я бы сказал, что в большей мере она используется для исследований. Но здесь также есть оборудование, которое используют студенты. Например, эту центрифугу и другие виды оборудования. Студенты находят решения, проводят эксперименты для своих проектов заключительного года. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.